В центре Казак-Палац сегодня открылась специализированная выставка украшений «Ювелирный мир». Организованная Запорожской торгово-промышленной палатой при поддержке Ассоциации ювелиров Украины экспозиция уже в 13-й раз собирает ценителей ювелирного искусства. В Запорожье стартовала специализированная выставка «Ювелирный мир 2014». В торжественный день открытия ценители золота, серебра и бриллиантов по достоинству смогли оценить ювелирные украшения разных предприятий Украины и зарубежья. В этом году выставка проходит 13-й раз. И очень приятно, что в данных сложных условиях, сложной экономической ситуации мы сохранили географию наших участников. А это представители запорожских ювелирных предприятий, Львова, Киева, Винницы, Харькова. И приятно, что есть участники из Донецка. В этом году выставка объединила 50 участников, среди которых компания «Ажур», «Танго», «Натабена», «Голден Клаб», «Ариста», «Золотой век», «Трейд», «Винница Кристалл» и много других. Львовская ювелирная линия «Соломия» в выставке берет участие 4-й раз и представляет эксклюзивные ювелирные изделия из Италии. Трошки давно, що ми з Львова, а представляємо італійські речі. А поясню чому? Тому що, як відомо, у світі Італія диктує моду як у одязі, у взутті, ну і, звичайно, у ювелірних прикрасах. І в нас представлені саме ювелірні вироби італійських дизайнерів, всі в одному екземплярі, всі эксклюзивні. Ювелирная фабрика «Эдем» представила на выставке изделия от отечественного производителя. Сегодня приехали с новой коллекцией полудрагоценных изделий с полудрагоценными камнями, изделий с бриллиантами и изделий массового производства из золота 585-й пробы. Впервые в рамках ювелирного мира работает специализированная галерея искусств «Арт», которая представляет работы запорожских художников. А настоящих ценителей народного творчества не оставит равнодушной экспозиция писанок от Натальи Бабенко. На выставке «Ювелирный мир 2014» запорожцы смогут не только полюбоваться эксклюзивными украшениями, но и пообщаться с талантливыми специалистами и мастерами ювелирной отрасли. Выставка «Ювелирный мир» в Казак-Палац продлится до 28 сентября.